Мне очень понравилось то, как мы сыграли на этой неделе. По поводу 10-0, ну, 10-0 это лучше, чем 8-0. Но хуже, чем 12-0 или 14-0, поэтому нам есть куда стремиться. Я уже как-то раз проводил почти идеальный сезон в регулярке, ничего хорошего тогда это моей команде не произошло. Верцепром это сыграли то ли 11-1, что-то такое в общем. Но опять же, мы выигрываем не потому, что противники как-то не палят заготовки, или это просто БО-1, оно ничего не имеет, ну оно не имеет никакого значения, а просто потому, что команда просто не готова играть с нами на равном уровне. Для нашей команды выгодно, если эта тенденция продолжится, но для региона это очень тревожный звоночек, потому что империя образца прошлого сезона была бы лучшей командой в этом сезоне после нас. Конечно, после 0-2, особенно проигрышем самой слабой команде в лиге, это очень деморализует. И, конечно, какой-то огонек тебе все-таки просыпается, так как предстоит играть против еще более сильных команд. Нужно показывать намного лучший результат, чем мы показывали на прошлой неделе. Конечно, хочется победить, мы для того и играем. Мы не играем просто так для того, чтобы играть. Мы, в принципе, всегда и были хорошей командой, играли на хорошем уровне. Просто потом что-то пошло не так. Но теперь мы готовы выигрывать, стараемся, тренируемся. Фанаты, все, кто за нас болеет, не переживайте, это мы небольшой спейс создали на этой неделе, иначе было бы невесело, что мы бы, ну, были бы мы 8-2, но были бы мы уже в плей-оффах, уже было бы не особо интересно смотреть. А сейчас бы бах, тайбрейк на 5 команд. И все, нормально, континентальная лига. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами континентальная лига, 6-я неделя и первый день. И смотреть ее будем мы в компании меня, Евгении Банана Грейс Пасеки, и наших комментаторов. Никита Колстар Морозов, Игорь Таиримейн Сраткевич и наш аналитик Дэниел Бластинг Кудрин. Привет, ребята. И начнем мы по традиции с турнирной таблицы. Кто же у нас занимает первые места, а кто идет внизу. Без поражений у нас идет Альбус Нокс Луна. Они пока лидируют, и им всего одна победа осталась до того, чтобы пройти в плей-офф из первого места. На втором месте у нас снова три команды: Vivictis Esports, Vegas Squadron и Gambit CIS. И всего на одну победу от них отстают Tornado Rocks и Natus Vincere. На седьмом месте у нас расположились Just MSI и завершают топ-8 команд СНГ Team Empire. Трансферное окно у нас закрылось 29 июня, и из таких очень знаковых трансферов мы можем отметить Сейшу, который перешел из Gambit CIS в Vivictis Esports, и то, что звезда лиги претендентов Штирлиц теперь на замене в команде Just MSI. То есть у Джастов теперь 4 стрелка, которые они могут использовать в своих матчах. На этой неделе будет играть Unstab. Сейша — это, конечно, очень интересное изменение, потому что в прошлом сезоне он получил MVP-тренера. В этом же сезоне для гамбитов он не сыграл ту роль, которую команда надеялась, то, что он сыграет. Команда, которая отлично взаимодействует друг с другом, хорошо передвигается по карте, им надо было, по сути, играть мета-пиками. Это не совсем то, что привык делать Сейша. Сейша завозил интересные заготовки, но заготовки в BO1 серии как могут сработать хорошо для команды, так и проиграть игру, что мы и увидели для гамбитов, и для них результат 6-4 к этой неделе явно не то, чего они хотели. Да, 4 стрелка у Джастов, а мог быть один, Бластинг. Но он у нас. Но он у нас. В принципе, да. На самом деле, не знаю, зачем им 4 стрелка. На самом деле, это много. Мы в первый раз такое видим вообще у команд. И мне кажется, стоит разобраться и выбрать лично одного, который будет помогать команде, так сказать, играть на утилите Адекерри. Может, конечно, сыграть на хардкерри, допустим, Кейтлин. Или, допустим, на той же Аше. А так, в основном, я считаю, что фокусироваться на каком-то адекере — это нет смысла. Лучше выбрать какого-то лучше топера или получше суппорта. Мне кажется, вот куда надо стремиться. Мне кажется, здесь просто мест Get Crazy будет проводить кастинг, потому что если кто-то в один день сыграл не очень важно, то в другой день можно выбрать другого адекери и с ним уже потрояутиться, его попробовать на следующей неделе и так до бесконечности четырех адекери крутить по кругу. Но это уже будет команда как микс. То есть собрались типа 4 парня и один какой-то такой, который рано или поздно где-то сделает ошибку, не привык к чему-то, допустим, как команда играет, да, и ему будет сложно адаптироваться, мне кажется. Какие матчи нас ждут сегодня? Первым матчем у нас состоится Na'Vi против Gambit CS, вторая игра у нас Empire против Albus Nox Luna, и в третьем матче Джасты постараются заработать свою третью победу в сезоне против Tornado Rocks и завершат сегодняшний день противостояние Веги и Vivictis.
Можно, наверное, сразу же отметить матч дня. И матч дня у нас Гамбиты против Нави. Это достаточно такое интересное противостояние будет, потому что обе команды сейчас нереально сильно борются за то, чтобы выйти в плей-оффы. И к тому же их противостояние будет действительно важным. Если Нави — это команда, которая последние две недели активно тренировалась и набирает обороты, то Гамбиты сейчас без тренера, ну, с уходом тренера, должны перестроиться на новый лад. И получится ли у них это сделать сейчас за одну неделю, это будет очень важным поворотным моментом для команды. Я бы отметил сегодняшнюю игру Team Just MSI против Tornado Rocks. Для Роксов эта игра будет супер важна, потому что если они проигрывают Джастам, а Джасты, как мы уже видели, потихонечку набрали наконец-таки форму и обыграли Вывикисов на прошлой неделе, если сейчас Джастам удастся обыграть Роксов, то для Роксов это будет серьезный удар, потому что их выход в плей-офф будет не просто под вопросом, а вероятность этого будет крайне низка. Крайне низка, да. Насчет того, что от Гамбитов ушел тренер Сейша, мне кажется, это не так сильно ударит по ним, потому что, ну, как мы все знаем, в СНГ не так много хороших тренеров, и тренерство — это довольно-таки новое такое... течение. Течение, да. И поэтому, я думаю, ну вот, лично в СНГ можно тренеров буквально по пальцам перечислить. Мне лично из всех вот нравится Sharks. Я с ним имел дело, я знаю, как он ведет свою работу. Он там ходил на какие-то курсы, общался с заграничными тренерами. То есть добывал какую-то информацию, опыта от них набирался и мудрости. Поэтому, мне кажется, у Гамбита все выйдет неплохо. Они сами по себе неплохие игроки. Прежде чем перейти поподробнее к матчу Гамбиты против Natus Vincere, я напоминаю о том, чтобы вы голосовали за лучшего игрока каждой победившей команды. И игрок, который наберет больше всего баллов, он получит номинацию «Золотой ноутбук». Вот. Пока у нас два претендента на нее. Это как раз-таки Бабуня и Димашки. Посмотрим, кто у нас будет в конце. Итак, первый матч дня. Собственно, матч дня. Гамбиты против Natus Vincere. Как мы уже, наверное, не раз остановились на том, что Сейша покинул Гамбитов, и не так давно Natus Vincere тоже заменили своего тренера. Вот когда мы говорили об этом, мы говорили о том, что это достаточно рискованное решение посреди сезона менять тренера, и насколько рискованное оно окажется для Гамбитов. Ну, во-первых, стоит отметить, что Natus Vincere поменяли своего тренера чуть раньше, чем все-таки это сделали Гамбиты, и Na'Vi взяли тренера, который прям бывалый ветеран СНГ-сцены, Борис Дейруин, который всегда в своей команде был капитаном, ну, практически всегда, он был шотколлером, то есть за его плечами огромный опыт, и то, что Natus Vincere взяли именно его, тем более это все-таки отечественные... игрок. Производитель, да. Да, а не забугорный какой-то там импорт, скажем так. И поэтому выбор тренера для Natus Vincere и вообще по игре, которую мы наблюдаем от Na'Vi, их прогресс по ходу сезона, ну, Na'Vi действительно очень сильно поднялись, и они, правда, претендуют сейчас даже на позиции топ-2, топ-3. Они играют очень хорошо. А Гамбиты — это замена тренера очень поздняя. Тем более Сейша, который в прошлом сезоне считался лучшим тренером. На кого сейчас заменят Гамбиты? И вообще найдут ли они достойную замену Сейша, пока непонятно. Ну и к тому же Дейруин, он очень хорошее нововведение сделал. То, что он построил тренировочный процесс. Команда последние две недели тренируется активно. Их результаты пошли резко в гору. И заметно по их игре. Они были близки к тому, чтобы обыграть Albus Nox Luna. Очень близкие к тому же. Сейчас же они набирают обороты. Винсент стал играть гораздо лучше. Саулиус перестал допускать те ошибки в поздней стадии игры, которые допускал до этого. И вся команда стала играть больше от макро, аккуратной игры. И те Na'Vi, которых мы все время считали, то, что они сеют хаос и страх на карте, и если у них получается это делать, они выигрывают. А если нет, то они проигрывают. Сейчас сами на себя не похожи. Они играют действительно как мастера своего класса, своего дела. Сеет страх только Коля Занзарах, как известно. Ну да, мне кажется, что Борис — это именно тот человек, который силен именно по игре. Знаешь, не по коммуникации, не как должна строиться команда там, допустим. Он всегда был таким, наверное, соло-игроком, который всеми командовал, а все остальные делали то, что он сказал. И поэтому, мне кажется, за счет его опыта, за счет его знаний, мне кажется, Na'Vi могут залететь. Так и сделают. Но вот Na'Vi и Гамбит, они сейчас играют как команда, больше ориентированы на макроигру, но тем не менее у обеих команд есть проблема с тем, что они фанатеют от агрессивной игры и тимфайтов. Ожидать нам вообще в этой игре какого-то хаоса или они вот прям красиво, правильно, по учебнику? В последних своих играх Na'Vi пытались играть аккуратно, но если им навязывают агрессию, они на нее грамотно всегда отвечают. И
Нави все-таки не стоит забывать то, что они умеют играть в агрессию. И в тот момент, когда гамбиты решат переиграть именно в этом стиле, как попытались в Ивиктис на прошлой неделе, скорее всего, их будет ждать не особо приятный ответ. Тем не менее, гамбиты сейчас должны все-таки больше рассчитывать на свой хороший драфт, на свой правильный отыгрыш, потому что в этом плане у них шансов намного больше обыграть и Нави, и все другие команды. Да, я бы еще отметил, действительно, когда Natus Vincere, они влезают, точнее, к Natus Vincere влезают в агрессивную игру, влезают на их поприще, это слишком опасная затея, но команда Gambit все-таки не думаю, что будут они пытаться это делать, скорее они будут играть аккуратно, исключительно от макро и стараться в командной игре переиграть своих оппонентов. Ну, как я видел по прошлым матчам, гамбиты смогли затянуть против Эннексов, у них был Азир, у них был такой лейт-гейм сетапчик, и... Как ни удивительно, они смогли дотянуть игру до 30-40 минуты. И поэтому, мне кажется, это именно те ребята, которые могут не делать ошибок и спокойно играть в свою игру. Самое главное — варди для Фонки. То я помню, его там фармили. Вроде Вега. Вега фармит, там Хикарем залетал и... Просто... Ну там вообще грустная игра была для гамбитов, а именно для Фомки, потому что его тогда засетили так сильно, как это вообще возможно. Это главный, наверное, показатель BBC-то. Помимо этого, кстати, гамбиты сами один раз такое делали против команды, если не ошибаюсь, против Вейвиктисов, они, по-моему, когда Бабуня постоянно залетал на бот и убивал... Да-да-да, там было три ганка, которые ровненько через куст каждый раз... Ну, поэтому вот прям... точно так же ответили и по гамбитам ударили. Сколько граблей поймали Вейвиктис в том матче. Я, кстати, бы еще отметил игру Саулиуса, потому что он, во-первых, расширил свой чемпион пул, и этот Райс, который появился... Внезапно, да. И видно, рука до Ируина все-таки работает. Но если уже отмечать игроков, то я бы отметила обоих стрелков у команд, потому что они прям очень хороши, и гамбиты часто играют именно направленно на своего стрелка, а Винсент Вега очень часто вытаскивает Нави из совершенно необычных игровых ситуаций. Ну да, мне кажется, Винсент Вега — это именно тот стрелок, который может, так сказать, он является планом Б. Когда все умирают, Винсент Вега остается, и если он остается, он не позволяет закончить игру оппонентам. Последний герой. Последний герой, да. Мне что нравится здесь отличие вообще от Декэри, Лекса от Винсента, то что на Лекса частенько команда играет. Для него специально подбирается драфт, когда вот они играли 3 игры подряд через Моргану вместе с МФкой, когда они играли через Когмава в последний раз против Фейникс, когда они играли тоже один сетап через Лулу был тоже, через Лекса. То есть команда предпочитает играть на этого стрелка, потому что полагается. На Винсента же никто не играет. Он сам по себе, он такой план Б, как правильно Бластинг ответил, насчет того, что если что-то пойдет не так, Винсент все время включится в борьбу. И сейчас в последних своих играх он вообще не проседал, и он показывает феноменально хороший уровень игры. И мне кажется, что Лекс, если он будет садиться, скорее всего, на гиперкерри, как ты уже отметил, да, и Когмава того же, то, возможно, Винсент все-таки будет продолжать фокусироваться на либо суперосторожных адекерри дальнего боя вроде Кейтлин, либо же на утилити типа Севир. Как же произойдет в этой игре, мы посмотрим чуть позже. А пока давайте вспомним сетапы команд у гамбитов на топе. Блад Феникс, в лесу Бабуня, на мидлейне у них Фомка, в качестве стрелка Лекс и игрок поддержки Арчи, тренер команды Александр Зак Щербаков. Ну и со стороны команды Natus Vincere на топ-лейне отыгрывает Докси, в лесу Лазанья, на мидлейне Саулиус, на позиции стрелка Винсент Вега и поддержка Скэш, тренер команды Борис Дейруин и тоже Щербаков. Щербаков против Щербаков. Чей Щербаков окажется лучше? Противостояние Щербаков. Мы узнаем чуть позже, а пока мы спросили об этом у Вейвиктис Esports, у его капитана Зака и у игрока поддержки Сантоса. Про гамбитов я скажу одно. То, что наше первое поражение против них довольно-таки немножко рандомненько вышло, потому что у нас был специфический драфт, который мы не особо сильно тренировали. Мы его тестили, но не особо сильно тренировали. Так сложилось, потому что у нас были небольшие разногласия в команде, и мы немножко тестили. Так сказать, у нас есть в запасе поинты, чтобы что-то потестить. Вот, и я скажу так, что следующую игру мы выиграем с вероятностью в 90% стабильным драфтом. И даже если будем играть Бу-5, Бу-7, Бу-10 против гамбитов, мы выиграем без каких-либо проблем. Я очень хорошо общаюсь с некоторыми игроками. Я знаю, что у них довольно-таки много внутренних проблем.
как многие говорили, изначально Гамбит очень переоценивали, потому что все их почему-то ставили на топ-1, что они выиграют Аноксов. Но все, кто знали силу этой команды, скорее про игроки, множество аналитиков, они понимали, что эта команда довольно сильный середнячок. Скорее всего, пройдут на ланы, но довольно сверх результата от них ожидать не стоит. А насчет Нави можно сказать то, что от них малого ожидали, потому что в прошлом сплите в континентальной лиге они показали на ланах супер отвратительный результат. А сейчас они наверстывают свою форму. Лазанья прекратил уравнивать шансы команд противников против своей. И у них все довольно происходит хорошо. Прекратил уравнивать шансы Лазанья. Все-таки в прошлом сезоне мы все время называли Лазанью великим уравнителем. Великий уравнитель. Сейчас же Лазанья больше играет на команду, и получается у него это делать хорошо. Нави вообще сейчас достаточно сильны, чтобы действительно отмечать, что они даже в этом противостоянии, лично по мне, считаются фаворитами. Да, и по факту Natus Vincere от вот этой гонки их отделяет, по-моему, всего одна победа. У них счет 5-5, в отличие от других коллективов, которые там второе, третье, четвертое место, у которых 6 побед и 4 поражения, соответственно. Здесь очень важно то, что у гамбитов не остается игр против Джастов и Empire, и счет у них на данный момент 6-4. У Na'Vi же в последней неделе это матчи против Just и Empire, то есть команды, которые пока что проигрывают исключительно против всех. Только за исключением Джастов, которые, как обычно, смогли вырвать победу у Вейвиктисов, которые любят спотыкаться, у них очков много, и они могут ими разбрасываться, как отметил Зак. Поэтому здесь гамбитам сейчас ни в коем случае рисковать нельзя. Да, я прям представляю, как Зак стоит такой... В прошлом сезоне там Differential, в этом сезоне Джасты. Ну что ж, да, мне крайне интересно в этом матче, как будет происходить драфт. И как раз-таки к драфту мы уже переходим. Отправляемся в пики и баны, потому что драфт сейчас чрезвычайно важен. Кстати, на лайве патч уже 6.13 вышел, здесь у нас патч 6.12, то есть не будет самых последних нововведений. Тем не менее... Хорошо, что пока что их не будет. Этот телепорт, который кастуется теперь на секунду дольше, кажется, что кастуется вечность. Да, я буквально сегодня видел, как Джин выпускает полную обойму по вышке, пока идет телепорт оппонента, и он уничтожает вышку, и unlucky. Телепорте никто не прилетает. Ну что ж, Трандл, Райс и Нидали пока что в бане. Удивительно видеть Нидали в бане, хотя, с другой стороны, Бабуня на Нидали достаточно силен, я думаю. Ну как, Бабуня пока что непонятно, на ком действительно силен, потому что у Бабуни за 10 игр было 10 разных лесников. Это вообще какой-то абсолютный феномен. У него действительно лесники в нашей лиге все еще не повторялись, поэтому отметить отдельного лесника очень-очень сложно. Он даже на Джангл Лулу побеждал, так что... И на Мальзахаре. Но Мальзахар действительно тогда еще был силен, да и сейчас он достаточно силен. Просто его применение такое специфическое, да, по большей части. Да, даже в Solo Q он сейчас крайне редко. Вот в Solo Q он сейчас популярен именно по винрейту на топе и на миде. То есть его стали использовать на позициях соло-лейна, а вот в лесу он как-то вообще исчез с горизонта. Но тем не менее, посмотрим, что будет здесь дальше. Владимир уходит в бан от Natus Vincere, при этом Кейтлин отбанивают против Винсента. Но тут гамбиты очень правильно делают фокус на то, что Винсента нельзя недооценивать, и убирают достаточно опасного адекеря. Владимир, и что у нас с последним баном идет? Непонятно. Возможно, кстати, у Natus Vincere был минус бан, может быть. Поэтому у них два бана. Но пока что ничего не забанили Natus Vincere, и гамбиты уже должны ферстпикать. Ну, это означает как минимум то, что в пуле остается все еще Виктор, остается все еще Азир. И сомневаюсь, что это будет вновь кок для Лекса после достаточно невпечатляющей последней игры, когда гамбиты рискнули, но рискнули не против той команды, против которой это можно было делать. Эйнекс один из тех коллективов, который играет очень хорошо через макро, и получается, гамбитов они просто переиграли вот этой игре по карте, и... Гамбиты были зажаты на своей базе, и в тот момент, когда Кок получил слоты, он ничего уже не мог поделать. Да, ну правда, альбусы просто катали гамбитов по карте, туда-сюда. Гамбитам очень сложно было ответить на это с их композицией. Там у гамбитов, по сути, и сдерживать нечем было, потому что у них две линии были слабые, помимо Кога, и их можно было легко заобузить. Их продавили, после чего уже, конечно же, половина карты гамбитов была открыта, и
развозить по карте их было достаточно просто. Баг клиента, кстати, произошел у Na'Vi, за счет чего сейчас будет РМК. Да, где будет ремейк, где последний бан все-таки мы увидим наконец-таки. Пока непонятно, кого взяли Гамбита для себя на First Pick. Там были варианты и Кого'Мава, и Джарвана. Но я не думаю, что это хоть какой-то вариант близкий к реальности. Пока что нет. Все-таки больший акцент сейчас ставится на мидлейнеров, особенно если остается что-то по типу Азира, что-то вроде Виктора. Все-таки Саулиус играют на Азире, Фомка играет и на Азире, и на Викторе, поэтому таких персонажей просто так отдавать не стоит. Только если, естественно, гамбиты не выкатят какую-нибудь заготовку в виде Варуса, возможно, Джиса от Фомки. Фомка все-таки на этом персонаже в свое время играл очень много, его устраивал матчап, который есть у Джейса, в свое время был против Лулу, против того же Азира. Да, кстати, Джейс сейчас не то чтобы он недооценен, но он как-то не используется просто. Не используется, да. Хотя у него есть хороший потенциал, он и поукает, у него и килл потенциал достаточно высокий. Вот как раз мы с тобой европейский LCS комментили, когда в весеннем сплите селфи брал несколько раз Джейса. И ну, селфи Джейс... по большей части вантрик все-таки. Ну да. Джейс. И вот Джейс заходил достаточно хорошо, но пока что в СНГ еще... Джейса не подвезли, но посмотрим. Все может быть. От Фомки может быть и Вэлкос какой-нибудь. И вообще Фомка — это человек, который может пикнуть абсолютно все, что угодно. И достаточно неплохо исполнить. Ого, Рик'Сай на ФП забирается для Бабуни. Отбирают они этого чемпиона у Лозани, потому что Лозани в приоритете почти всегда для себя берет либо Рик'Сай, либо Грагаса. Здесь же решают не дать ему играть на этом персонаже. Сивир, кстати, был последним баном. Ударили здесь по АДшникам так впервые за долгое время. Да. Что два бана улетело с того момента, когда Люциан перестал пикаться. Ну, еще и было время, когда Калиста была очень сильная, ее очень часто банили. Помимо нее, да, Люциан. Ну, Калиста тогда просто, по сути, была пиком номер один, и в любой ситуации она забиралась первой, потому что она игру превращала немножко в другую. И на боте ее загонкать было сложно, и на линии она стояла слишком хорошо, особенно там противостояние Калиста-Сивир, в котором Сивир почти всегда проигрывала Калисте. И пока что мы видим вариант с Там Кенчем на топ, который в 6-13 будет достаточно сильным, и очень многие уже сейчас отмечают, что этот персонаж крайне опасен. Браун плюс Азир для Натус Винсера. Интересное решение со стороны Na'Vi, причем взять сейчас Браума на первой фазе драфта, так как он достаточно сильный. Ну и Азир, конечно же, как один из сильнейших мидеров на данный момент. С учетом того, что они взяли Азира для себя, Браум сам по себе убирает возможности такого тяжелого поук-сетапа, потому что он против поука слишком хорошо заходит. И эта связка Браум плюс Азир, наверное, одна из самых популярных, которая пикалась год назад. Ровно вот летом, год назад, эти персонажи забирали все время в первой фазе драфта. Они очень болезненные вот в совокупности. И мы видели уже от Альбус Нокс, когда Ликрид просто закрывает Киру, и Кира там своими солдатами натыкивает противников. Как раз-таки против гамбитов-то да. Это и было. Да-да-да. И здесь, в принципе, Na'Vi идут по той же примерно схеме. И Эзриэль Карма, мне кажется, Эзриэль Карма. Это вот самый такой. Хорошо, что нет флеша сейчас. Он, кстати, на стримфесте. Да. Кто хочет, может обязательно туда подойти. Да, поиграть с ним один на один. Тоже. Когда-то Флэш в один на один убивал всяких кэндипан там в первом далеком сезоне. Не, мне больше нравилось видео, где он там Фрогина убивает один на один. Из-за стеночки за ними. А, да, кстати. И такие вещи были. Так что не стоит недооценивать. Карма сейчас крайне специфический персонаж. У нее винрейт 23%, 22 раза брался этот чемпион, и только 5 побед у него есть. И сам по себе пик не особо заходит у нас в СНГ. В СНГ, он, да. Немножко так подпроклят слегка. Но мне кажется, это карма на мид, а не на суппорта, потому что... Возможно. Я не вижу особого смысла ее сейчас забирать именно для суппорта. Ну и Лекс потраливается им Когом. Кога показывает, что Когма раз за разом. И появляется у нас Джин от команды Natus Vincere, и, судя по всему, это первый Джин. Это первый Джин, да, за долгое время, который у нас берется. Кстати... Тенденции мира соблюдаются сейчас, он крайне популярен, он и в Европе, и в Корее пикается, банится частенько, потому что вот с новой итемизацией, которую на него взяли, то есть через пробивание, через клинок Драктара, он стал очень опасен. И здесь Na'Vi явно тренировали его на неделе, поэтому
с учетом того, что два Декари в бане, мне кажется, это вообще отличный выбор для Натус Винсер. Он крайне опасен, и тем более в той комбинации, в той связке, которую они уже получили, думаю, что у Нави очень хорошие здесь шансы реализовать его по полной программе. Шен уходит для гамбитов, этот чемпион сейчас супер популярен, и Шен прям вот в патче 6.13, наверное, его идеальное время наступит, как раз-таки с нерфом телепорта, но даже в патче 6.12 Шен уже очень силен и доставляет кучу проблем оппонентам. Ну и к тому же здесь гамбиты сейчас укомплектовали полностью свой сетап. Лейтгейм, естественно, у них не особо будет силен, по той причине, что карма не может совладать с тем уроном, который вносит Азир, и выдать такой же потенциал, потому что карма, в принципе, под мантрой дает одну кушку. Если попадает по двум-трем целям, да, это хорошо, потому что она с одной кушки может снести там больше 50% здоровья. По AD Carry она может вообще там, не знаю, чуть ли не ваншотнуть его. Там 80-90% влетает. Но, тем не менее, если она этой способностью не попадает, с Азиром потом сравниться будет крайне сложно. И здесь Нави забирают для себя Гнара на последний пик. А это Гнар для Докси. Вантрик Гнар Докси был в свое время. Да и сейчас он на нем, я думаю, часто достаточно поигрывает. Блад Феникс почувствует на своей шкуре, что такое 3000 игр на Гнаре против оппонента. Просто если бы в тот момент были мастеры Пойнт, которые сейчас в этом сезоне появились, то мне кажется, Докси там зашкаливал, знаешь, 9-9-9-9-9. Там было бы эти, знаешь, какие-нибудь прочерки, там буквы уже что-нибудь такое непонятное совершенно. И, кстати, Арчи будет играть на Бардосе. Это тот чемпион, которого я, наверное, ожидал именно от Арчи в последнюю очередь, потому что Арчи, он игрок очень хороший и на утилите, и на персонажах фронтлейна, то есть всякие браумы, ну, такого полуфронтлейна, да, слэш-утилити, трэш от него. Такие чемпионы у него заходят очень хорошо, но Барда от него, я не помню, это, по-моему, первый Бард вообще от него за сезон. Арчи на Барде не особо вроде играл, я точно не знаю, надо будет обязательно после игры просмотреть, но тем не менее, на суппортах он в этом сезоне пока что отыгрывает уверенно, ему дали возможность раскрыться, брать разных персонажей, которые ему импонируют, на которых он чувствует себя увереннее, поэтому Арчи в этом сезоне действительно засиял с какой-то стороны, тем не менее, здесь, именно в этом противостоянии сейчас ему будет сложно, потому что даже если он даст хороший ультимейт, поддержать его карма из реаль, это сложно. Это не те персонажи, которые хорошо это могут сделать. Да, в мелких скирмишах, там, 2 на 2, 3 на 3 где-то, если ты будешь выцеплять, если ты по карте начнешь катать, тогда, в принципе, Нави будет здесь сложновато, потому что у них пик такой, который должен поскейлиться, а потом уже идти и начинать давить. Но если они это успеют сделать, то гамбиты, в принципе, не будет возможности остановить их. Тем более, Браум немножко подкантривает Барда все-таки за счет своего Unbreakable, он ставит щит, и Бард не может своей кушкой пробить Браума и дать стан по оппонентам. То есть как раз это самая главная фишка Барда зачастую в тимфайтах, который в тимфайтах решает буквально весь исход. Потому что дай стан по двум игрокам, в этот момент там фокус пойдет в цель, ее моментально уничтожит. Браум этого не дает, плюс он защищает и от Эзреля, и от кармы, потому что урон будет проходить и достаточно серьезно ослабленный. Ультимейт Эзреля, опять же, только по одному Брауму. Здесь очень много таких опасностей таится в этой игре для гамбитов, особенно, как ты уже сказал, в более здесь поздней игре. Опасно гамбиты вообще выбрали свой сетап. По сути, у них Эзреаль и у них карма. Это оба персонажа, которые в один момент могут выдать свой бёрст урон, и в дальнейшем уже Эзреаль там с кушечек, с чего-то там начинает поддерживать, наносить урон. Но если в этот момент Браум сможет кушку под мантрой заблокировать ультимейт Эзреаля, то урон, потенциал урона у гамбитов, он здесь чуть ли не в 10-20 раз меньше, чем тот, который могут выдать Нави. Поэтому здесь игра должна быть очень быстрой от гамбитов и ни в коем случае не доходить до лейта. Да, то есть им нужно форсировать события, форсировать драконов, забирать можно больше. Если тут немножко от везения может зависеть. Драконы, да, драконы — это элемент рандома, который командам может помочь и может привести их к успеху. И обязательно этот объект надо контролировать. Потому что три инфернал дракона для команды гамбит здесь будет очень полезно. У кармы хорошая эскаляция от силы умений как раз-таки, потому что еще в лейте за карму очень часто используют под мантрой щит ауешный, который дает очень много эффективного здоровья. Но как раз-таки. Мидлейн карма такого делать, по сути, часто не может по той причине, что либо ты дизенгейджишь, либо ты остаешься без урона, потому что здесь лейт-гейм Шен, он не обладает таким потенциалом, чтобы врываться и убивать там абсолютно всех. Да, он наносит хороший урон, потому что у него есть пробивание по здоровью от количества максимального здоровья, но тем не менее
порой этого становится недостаточно. И Гнар его в ранней стадии на линии может так изрядно потрепать. Проблема в том, что здесь особо Шену некого будет бить. То есть есть фронтлейн Грагас, который будет неплохой целью для этого процентального урона, но Гнар... Во-первых, тяжело будет и дойти до этого Гнара, потому что он всегда будет на рейнже бить. Вообще, я не представляю ситуации, когда... Ну, Шен неплохо один на один против Гнара за счет своей дабл абсолютно имбовой, которая не дает Гнару возможности нормально проавтоатачить Шен. Главное, физический урон, то, что блокирует, да. Вообще, Шен сейчас достаточно популярный персонаж в мире, и вот эта вот связка, как раз противостояние Гнар-Шен, оно стало часто видим. Тем не менее... Против Шена все находят какие-то новые возможности. Началось пикаться Фиора. Вчера Team Liquid играли против Cloud9 и брали Фиору. Правда, она не совсем хорошо сработала, потому что Шен получил там несколько убийств. И в итоге, когда Шен 17 уровня там против Фиора 15, она, естественно, ему ничего сделать уже не может. Даже с учетом того, что есть слоты. Потому что пробивать его на линии... Он не является там сверх каким-то эффективным сплитпушером. Но как он сдерживает оппонента на линии, вот это достойно уважения. Потому что он не позволяет ему пройти и бить вышку. Это самое важное. Это то, чего, например, не может делать Маокай в матчапе против Трандла. То есть, когда Трандл просто на пофиг берет и уничтожает вышку. Здесь, да, у Шена другие. У Шена есть эти фишки, которые не пропускают противника. Это чрезвычайно важно, поэтому... Кстати, он также блокирует автоатаки по вышкам. То есть, он кидает свою вешку около вышки, и по вышке тоже дэмэдж не проходит, что немаловажно. Особенно против таких героев, как Вообще Фиор, противный Трандл. Персонаж. Но, кстати, помимо его сильного лейта и вот этого сдерживания сплитпуша, Шен хорош в агрессивных и быстрых играх, потому что он не позволяет оппоненту форсировать... вот этот экшен на карте, потому что тебе все время надо понимать, что ты можешь оказаться в численном меньшинстве, что неприятно, и Шен сейчас, особенно в следующем патче, когда телепорт станет кастоваться дольше, а Шен все-таки прилетает быстрее, он сможет стать очень эффективным персонажем. Да, при этом команда, которая имеет Шен, она может форсировать события постоянно, идти брать драконов без какой-либо опаски. То есть Шен, он дает достаточно много вообще эффективного преимущества, и у него таунт, то есть это... контроль АОЕ и замедление с его мечика, с его Q-способности. То есть контроль он выдает, урон у него есть хороший, и в целом Шен — это чемпион, который прям вот... Я думаю, что в 6-13 он будет чуть ли не в центре внимания, как топ. Ну, помимо этого, кстати, по драфту удивительно то, что Виктор у нас обошел драфт. Обошел полностью. Он не забанился, его никто даже в приоритет не ставил, его никто не брал. Понятно, Нави забрали для себя Азира, потому что... В принципе, для Саулиуса оба персонажа, они равноценны. И сетап хороший Нави смогли собрать с Азиром. Тем не менее, почему-то гамбиты решили его проигнорировать. Ну, Фомка и Фомкина карма фирменная. 200 за 20 и дела, так что... Честно говоря, мне интересно, как Фомка отыграет этот матч. Главное, чтобы винрейт кармы еще ниже не стал, потому что это печально. Это действительно печально. Эх, да. Ну что ж, а мы готовы переноситься в матч, дорогие дамы и господа. У нас первое противостояние на сегодня. Команда Gambit Gaming против Natus Vincer. Погнали! Однажды Ник не сказал «погнали», и команды не начали играть. Да, и... Хорошая шутка, игра, кстати. Хорошая, очень годная. Мне кажется, тот, кто ее придумал, попал на стримфест. Только если он живет в Москве, естественно, или где-то поблизости. Под Москвой, например. В Владивостоке, например. Например. Ну что ж, гамбиты расходятся по своим позициям. Natus Vincer здесь думают свапать. Нави все правильно делают, они понимают, что после 25-й минуты и при равной игре они уже станут сильнее. Им не нужен лишний экшен, который может сделать Шен, даже с учетом того, что здесь хороший матчап для Докси был. Они решили свапнуть, и это решение абсолютно оправдано. Гамбиты этого даже не понимают. Бабуня начинает с нижней части карты, Арчи с Лексом здесь... могут ему помочь, забрать крагов быстрее. Здесь еще с учетом того, что происходит свап, в Нави выходит еще и с плюсом, потому что гамбиты просто не предполагали, что свап может произойти. Да, мне кажется, они не поверили просто в возможность свапа, потому что у Natus Vincer и на топе матчап хороший, и на боте матчап хороший, потому что Джин и Браум — это достаточно серьезная булли-линия, которая способна задавить практически любой матчап. И Бардс из Реалем — это несерьезная угроза для Джин Браума, потому что в любом случае Эзер — это чемпион, который уходит в каплю, фокусируется на фарме, у него есть в принципе какой-то бурст урон, но это совсем не то, на что он ориентируется в ранней игре. Лазанья не смог получить второй уровень, потому что там либо Арчи помешал, либо Докси. Фомка играет очень агрессивно здесь. Приковывает к месту Саулиуса, появляется Арчи. Пока что Саулиус не отдает своих сумонеров, хотя ситуация была очень напряженная для него. Но он продолжает давить линию очень сильно против
Антона Фомкина. Ну, здесь и к тому же размен получился. Не сказать, что в плюс для Фомки. Все-таки Саулио смог раздамажиться и нанести столько же урона примерно. Грагас с Гнаром забирают синий баф. Будут дальше разбивать вышку первого уровня. Классическая ситуация со свапом. При котором для Нави здесь просто больше леса доступно. Да, тем не менее, на один баф меньше они получат. Сможет Лазанья здесь даже Саулиусу подарить тени, но решает просто забрать его быстрее. И Бабуня выходит на пуш, чтобы ускорить свап, чтобы поставить линии так, как им надо скорее, чтобы, возможно, забрать и дракона, самое что главное. Очень важно, потому что первый дракон у нас огненный. Инфернальный дракон — это то, что нужно команде Гамбит в этой игре, так как, по нашим предположениям, опять же, в поздней игре по урону они будут достаточно серьезно проседать. И чтобы этого не происходило, им все-таки будет полезно собрать инфернальных драконов. Три инфернальных дракона увеличивают силу атака, силу умений на 24%, плюс еще Элдер Дракон, которого тоже они в теории могут забрать. И в итоге эти 36%, которые могут просто разуплотнить за одну мантру плюс внутреннее пламя, Q. Но здесь все-таки надо понимать, что это по большей части расчет на удачу, потому что знать то, что появится первым дракон именно огненный, крайне сложно. Ну и гамбиты получают для себя дракона. Вышку они забрали, по свапу они действуют крайне уверенно, потому что по скорости они все сделали в точности так, как им и надо было. Да, Фомка пытается, кстати, размениваться с Саулиусом. Но как-то не особо пока что выходит. Сложноватая задача, но с другой стороны, если Фомке удастся сократить дистанцию с Азиром, выдать полностью свой рут, дальше уже под мантры кинуть внутреннее пламя, то у Азира останется очень мало здоровья, и дальше стоять линию против Кармы будет очень сложно. Здесь Лазанья со скышом, ганг-отряд от команды Натус Винсера. Посмотрим, получится ли здесь выбить Карму. Заметили? Бабуня видит передвижение Натус Винсера, и здесь Бабуся спасает своего мидлейнера. Очень хорошо, конечно, Рексай в таких ситуациях действует, потому что даже без тотемов можно увидеть, где оппонент находится за счет своей пассивки. Да, если оппонент двигается под мантрой, заряжает внутреннее пламя Фомка, у Саулиуса остается совсем немного здоровья. Серьезная фишка Кармы в том, что она на лоу хп очень эффективна за счет своей W под мантрой, которая восстанавливает ей здоровье от потерянного хп. Если Фомке получится удачно создать ситуацию, где он сможет потрейдиться с Саулиусом на лоу хп, это может быть ФБ в пользу гамбитов. Ну, а может быть, и если он будет играть достаточно агрессивно, его за это накажут. Да, хотя Карму, опять же, на лоу хп при готовой мантре убить достаточно проблематично. И щиты есть, которые дают дополнительный movement speed, и, конечно же, цепочка. И Бабуня заходит в лес Лазанья. Лазанья не прощает таких действий. Бабуню по здоровью просаживает достаточно сильно, но это Рексай уходит через туннель без проблем. И еще и краб-контроль там доступен, который дает ускорение. Лазанья здесь, по сути, достаточно много времени тратит, пока находится в верхней части карты. Прям Фомка с Бабуней продолжают из раза в раз давить Лазанью. Забирается вышка на ботлейне, на топлейне тоже гамбиты заберут башню, так что размен ровный. Ну, по вышке здесь будет. Надо бы защитить свою вышку Т2, потому что сейчас волна миньонов об нее разобьется. Может быть, дать телепорт Шену туда, чтобы успеть забрать пачку. Да, кстати, она уже начала разбиваться. Здесь нужен телепорт для Шена, чтобы не пропустить достаточно большую волну миньонов. Только сейчас Шен добивает башню на топ-лейне. Конечно, просели немножко гамбиты по таймингам, и потеряют они здесь в фарме. Да, даже с учетом того, что Лазанья там развлекал Бабуню и на себя отвлекал какое-то внимание оппонентов, здесь все-таки в этом противостоянии Нави оказались побыстрее. Сейчас по ротациям они также передвигаются лучше. И здесь никакого фарма Винсент на топе не потеряет. Потому что до вышки Т2, естественно, гамбиты не успели допушить. Отходит на базу Фомка. Саулиус, кстати, тоже был на базе. Телепорт не использует для возвращения на линию. Мне интересно, что там будет по итемизации. Потому что сейчас очень важно, как будут закупаться, да и гамбиты, и Натус Винсеры по факту. Ну, смотря на кого итемизация, все-таки на Джина мне более чем кажется. Здесь будет по стандарту играть Винсент, то есть как сейчас собирается через Йому, через Зев Малмортиуса и дальше уже в Драктар. То есть это уже стало такой обыденностью даже для этого персонажа. Метой. Да. И Джин, как раз-таки его лейт-гейм потенциал, будет очень хорошо раскрываться в том стаке чемпионов, которые собрали здесь Натус Винсера. Тем временем гамбитов хороший фронт лейн, который может себя раскрывать на самом деле уже по факту. Шену там
достаточно апнуть себе шестой уровень, он может приходить на помощь своим союзникам и какой-то экшен реализовывать. Натус Винцера пушит очень сильно верхнюю линию. Вот он, проигранный гамбитами момент на свапе, когда они по времени очень сильно просели. Теперь Блад Фениксу нужна помощь на топе. Да, ему здесь не так-то просто. Тем не менее, урон блокировать сам по себе он может с помощью своей W, что она является крайне полезной в таких ситуациях, если на него вдруг агрессия пойдет. Но помощь здесь нужна, естественно. Он не может здесь остановить как-то Нави, чтобы те не били вышку. Ну а вот Лазанья пришел помочь Докси, и тем самым эта пачка миньонов очень быстро упадет. Проблема в том, что Гнар плюс Грагас имеют очень высокий уровень пуш-потенциала, в отличие от того, что имеют здесь гамбиты. Ни Шен, ни Рексай, они очень медленно пушат линию. Ух, здесь Арчи хорошо заходит, здесь вместе с Помкой они практически убивают Саулюса. Саулюс использует свой тиммейт, кинет Бабуни. Бабуни может умереть здесь от атаку от Саулюса. First Blood пользу команды Natus Vincere. Саулюс, отличный плей. Там еще и к тому же ультимейт пролетел от Лекса, который также не попал по Саулиусу. Сыграли гамбиты крайне агрессивно, переоценили свои возможности, и Азира на дайвах недооценивать ни в коем случае, естественно, нельзя. Конечно, Саулиус, превосходный плей с его стороны. Как он разыграл этот момент, это, конечно, здесь достойно похвал, серьезно. Хотя заловили его очень жестоко. Мне кажется, здесь не хватило коммуникации у гамбитов по той причине, что не ожидал Арчи то, что у Фомки нет мантры, и он не смог дать кушку под своей мантрой, из-за чего урона просто физически не хватило здесь, чтобы добить этого Азира. А еще важным моментом явилось то, что Бабуня пытался перефлешить стенку Азира, но у него не получилось. Это стандартная, кстати, игра, наверное, против Азира. Каждый с этим сталкивался, когда и Зари пытается с помощью своего ультимейта перепрыгнуть через стенку, когда с помощью флеша не всегда удается, потому что стенка вначале начинает двигаться, и если ты правильно не сдаешь свой флеш, то перефлешить ее практически становится невозможно. Ну и Саулиус тут уже чувствует себя хозяином на этой территории, забирает варды у команды Гамбит. Он постарается как-то этот вард все-таки отобрать. И сдвигается тем временем Винсент Вега вместе со Скэшом тоже в район мидлейна. Будут готовиться вместе продавливать эту линию. И уничтожение Т1 на миде — это то, что даст Natus Vincere огромное стратегическое преимущество. Нави сейчас делают с гамбитами то, что, по идее, гамбиты должны были делать с Нави в таком сетапе. И здесь и контроль драконов сейчас падает, потому что Нави, получается, сюда пришли вместе. Вышки они свои посносили. К тому же, помимо убийства, которое Саулиус для себя оформил, они еще и Т2 на топе смогли забрать. И сейчас по золоту, естественно, они лидируют. Natus Vincere полностью обыгрывает гамбитов в ранней игре. Да, гамбиты получили себе инфернального дракона, это супер важно. Гамбитам сейчас придется терпеть до мидгейма, до того момента, как Эздрель получит свой Power Spike. Как раз-таки с Манамуном плюс перчаткой. Как только он достигнет этого пауэрспайка, вместе с кармой, которая будет тоже достаточно сильна, они вместе уже будут из себя представлять довольно серьезную угрозу. Хотя, посмотри, Фомка снова идет в утилити билд. Через чашечку. Да, через чашечку. В прошлый раз мы видели Граль на Лулу, который не совсем сработал. Хотя на карме считается этот предмет практически обязательным, если ты особенно собираешься играть через своего лесника. На карме он заходит намного лучше, чем заходит на Лулу. Тем не менее, пока что Фомка вновь исполняет роль абсолютного утилити в своей команде, и здесь будет все намного сложнее сейчас, потому что если в прошлый раз с Когом был лейтгейм потенциал невероятный, сейчас же с Израилем этот лейтгейм потенциал становится намного-намного ниже. Да, Израиль — это все-таки не критовая декерри, у него нет той возможности гиперкеррировать, уничтожая все и вся. Ну и, может быть, там Когмао, чемпион, который не является все-таки... Ему просто сложно, потому что он сам по себе, если пытается паукать, то здесь есть Браун, который может останавливать этот паук. Если он подставляется, то есть Грагас, который может по нему сыграть. Есть Азир, который на таких же абсолютно дистанциях сражается, как и Израиль. И Азир, естественно, там за одну секунду может его сравнять с землей. Да, и это минус очень серьезный. Израиль, все, что может Израиль против того же Азира, это раскидывать свои мистикшоты. Потому что если он подходит в рейндж автоатаки, то Азир его может за это быстро наказать. С другой стороны, конечно, у Израиля всегда есть хороший эскейп. То есть за счет аркейн шифта, вероятнее всего, Израиль никогда не подставится под какой-либо врыв от Natus Vincere. Ну, это, конечно,
очень хорошая способность, но она не всегда срабатывает, тем не менее, плюс. Потому что дистанция не так велика, сама скорость передвижения у Зреаля одна из самых маленьких среди всех АДКэри. Поэтому даже если у него есть Аркейн Шифт, то тот же Грагас может найти возможность, чтобы по нему сыграть. Да, самая низкая у него скорость передвижения, в том числе потому, что он не собирает предметы из Зила, из рвения. Статик Шифт или Фантом Денсер. Разница по золоту всего лишь 1000 в пользу Нави, но тем не менее это преимущество для них. Ну, плюс одна вышка как раз таки, ну еще и First Blood. Стоит отметить фарм на этой карте. Все-таки Лекс, как и всегда, я не помню ни одного матча, где он бы шел, ну там, не в ровень, хотя где бы он проседал против вражеского АДшника, то есть, скорее всего, он всегда идет в ровень, либо даже перефармит оппонента. Это происходит здесь, эта игра не исключение. Плюс бабуся впереди Лазани идет по фарму, но вот Саулиус опережает Фомку по количеству убитых миньонов, и Фомка сейчас находится в минусе пока что. Ну и к тому же здесь видна рука сразу же Дейруина, который выставляет после двух забранных вышек обязательно мидлейнера на одну из линий боковых, где он старается выфармливать, где его никто не может тронуть. Потому что если ты создаешь на одну из боковых линий такое большое давление, то значит очередная вышка у тебя упадет. И здесь списывается счетов Винсента с кэша, который находится на миде, практически нельзя. Да, гамбитам нужны условия, гамбитам нужны ситуации, где они будут ловить игроков Натус Винсера в невыгодных позициях и стараться ликвидировать оппонента как можно быстрее. Здесь слишком мало опций у гамбитов пока что это сделать. Нужен шестой для Арчи как можно скорее, чтобы была отсрочка неизбежного, с помощью которой он сможет все-таки обеспечивать возможности для гамбитов ловить оппонентов. Фомку просадили здесь недостаточно сильно, чтобы его прогнать с линии, но Нави пытаются здесь все-таки вместе собраться и продавить вышку Т1. Сделать это крайне сложно, потому что здесь недостаточно еще живучие миньоны, и карма расправляется с пачкой крипов достаточно быстро. Нави гасят гамбитов очень сильно. У гамбитов нету возможности буквально сейчас никак себя проявить. Поэтому игра очень сильно застоялась, хотя у гамбитов сейчас по золоту более-менее выравнивается ситуация. Всего лишь 400 золотых отставаний, опять же, при взятом ФБ в пользу Нави и при уничтоженной вышке. Ну, здесь, по сути, почти все время будут такие качели, потому что когда одна команда запушивает, другая пытается ответить на другой линии и ждет, когда к ней подойдет эта пачка миньонов. Здесь же сейчас Нави смогут выфармливать на двух линиях, за счет чего гамбиты будут терять. И разница по золоту снова вернется к этой тысяче, которая была до этого. На круги своя. Ну, кстати говоря, карма сейчас неплохой прессинг может создавать на мидлейне. Постоянно Фомка подходит, дает свои кушки, свое внутреннее пламя там, под мантры, без мантры, неважно. Стараясь, опять же, создавать движение на карте и не давать возможности Нави расслабляться. Но если Фомка в один из таких моментов хоть немножко подставится, и у Лазани будет возможность сыграть бодислэм флэш комбо, то там будет бочка и Фомка. В первую очередь, самое важное то, что Фомка никак не сможет здесь забрать вышку. А это устраивает Нави, потому что они тянут время, они захватили неплохое преимущество для себя, с которым гамбиты сейчас не стараются играть достаточно агрессивно. Предметы получаются, Нави скейлятся, за счет чего, конечно, они выходят в ту стадию игры, в которой они просто будут сильнее. Да, хотят гамбиты задавить Саулиуса, но Саулиус уже на очень выгодной позиции находится на ботлейне, до него не добраться, и дракон появится через 5 секунд, и этот дракон очень важен для гамбитов, он горный, это как раз то, что нужно, ну, инфернальный горный, это то, что нужно гамбитам в этом матче, потому что их и пуш-потенциал несколько проседать будет в дальнейшем, и, конечно же, урона им нужно как можно больше. Докси здесь хорошо, но Блад Феникса нападает. Феникс, ух, как больно здесь. Бедняги Блад Фениксу. Алекс Халберг остается на нескольких сотнях хп. Здесь отсрочка неизбежного по Винсенту. Хорошее решение от гамбитов. Будут ли они пытаться противостоять Натус Винсеру в этой ситуации? Без ультимейта Арчи можно пытаться драться. Скэш кидает замедление. Стон прошел по скэшу Винсенту. Бабуня подходит сюда. 1500 хп остается у Дрейка. Натус Винсер его, скорее всего, заберут. Здесь подбирают. Дальше идут играть. Телепорт пошел со стороны Нави. Блад Феникс уже отходит. Ультимейт был сдан. Докси подходит сюда, но у него нету мегаформы. Догнать кого-то будет крайне сложно для Натус Винсера. И гамбиты отходят, но дракона они оставили. Дракона они потеряли. И здесь отличная стена была от Саулиуса в этой драке, который не смог позволить Бабуне пройти и заинициировать. И тем самым остановив еще связку
Шен плюс Рексай. За счет чего сейчас может здесь и вышка, кстати, упасть вполне. Да, Арчи кидает стан по Саулиус. Очень хорошо сыгран. Тут же экзос. Саулиус успевает улететь. Отлично сыграно здесь. Гамбита продолжает движение. У Докти почти готова мегаформа. У него мало здоровья, но это не помеха для Гнара, задача которого просто выдать прыжок и ультимейт, застанет можно больше игроков. Дальше уже все сделает его команда, но ситуация слишком опасна для Аутсвинсера. Они приняли решение отступить, но с другой стороны Гамбиты отошли на базу. Здесь битва на лимитах просто произошла. Нави попытались воспользоваться преимуществом того, что на драконе они очень хорошо пропоукали гамбитов, но гамбиты поняли, что так просто вышку они не хотят отдавать. И отличная игра от Фомки и Арчи, которые позволили прогнать Нави. Правда, вновь ни одного убийства у нас не произошло, и счет все еще сохраняется 1-0 в пользу Нави. Да, игра очень такая валидольная, как любят часто выражаться игроки, в принципе, многие. Скэш, семёшка просядет по здоровью, но это не так критично сейчас для Аутсвинсера абсолютно. Они все равно защитят эту башню безо всяких проблем. Я думаю, что цепочка от Фомки, но никого здесь не подцепить. Аутсвинсера получает свой фарм, Саулиус получает крипов на боте, Докси получает крипов на топе. Они держат более-менее на своей половине эти крипвейвы. Выход на поклон идет от Джина. Неужели чисто для того, чтобы зачистить пачку миньонов, была использована эта ульта от Винсента? Ну и пока что получается сдерживать. Да. Это самое важное. Для Докси там огромный пак миньонов вновь доходит. Снова он сможет выйти вперед по сравнению с Блад Фениксом здесь, да. Ну, кстати, начинают гамбиты уже прессовать неплохо. У Лекса также появилась перчатка. Сейчас есть Мономун. Поэтому урона у него достаточно. И серьезные танцы. Обниманцы на мидлейне. Фомку выбрасывают здесь. Попытка сыграть. Отличная срочка неизбежна. Вот Арчи. Хорошо сыграно здесь. Гамбиты продолжают движение. Глейшел Фишер подкидывает двоих. Браун неплохо сыграл здесь. Но скорее на дисенгейдж, нежели на попытку как-то разыграть эту ситуацию. И в итоге никого не убили. Что ж, Аутсвинсеры продолжают защищать, стоят под вышкой первого уровня, и гамбиты здесь не будут пытаться, скорее всего, пройти дальше, так как телепорт сдает Саулиус, но его сразу же пытались заловить. Играет по Арчи и Бабуне, и здесь Нави. Скэш проходит вперед. Неужели будет попытка? Нет. Ну, все-таки у Арчи здесь всего лишь 7-й уровень. Конечно, урона от Азира проходит крайне много. Оу, здесь неприятный момент, может быть, для гамбитов. Бабуня очень сильно просел. С другой стороны, Лазанья здесь принял в ответ на себя очень много повреждений. Гамбиты отступают. Мне это напоминает какие-то корейские игры. Команда бесконечно месяца друг с другом уже последние, наверное, 4 минуты. Тем не менее, никто не умирает. Счет по-прежнему 1-0. Очень хорошая, качественная игра от обоих коллективов. Здесь Blood Phoenix продолжает защищаться. Но против Азира как раз-таки и W Shenna работает крайне эффективно. На этой войне нужна передышка обязательно. Да. А то тут все больше и больше опций для... Хотя одну войну, которую взял передышку, я знаю. Да. Это было хорошо. Прям зашло. Аутсвинсеры продолжают давить. Бабуня в позиции. Бабуня хочет инициировать. Гамбиты хотят пролить первую кровь для себя. Да, передышку в этой войне брать никто не собирается. Полноценный энгейдж от гамбитов. Сносят Саулиуса. Идут вперед играть гамбиты. Скэш отступает. Вместе с остальными Аутсвинсеры слишком мало здоровья осталось у Браума. И здесь Нави, возможно, и вышку отдадут. А самое важное то, что сейчас, да, упадет вышка. И, наконец-таки, вот этот мидлейн оплот упадет. Здесь идет выход на поклон. Очень много урона по Блад Фениксу. Его вкидывает Лазанья. Здесь тут же таунт идет от Блад Феникса. Все-таки удается всем гамбитам выжить. Но будет ли уничтожена башня, пока нет, непонятно. Она не падает. И здесь вновь уходят гамбиты ни с чем. Правда, убийство для себя они оформили. Сейчас надо будет обязательно перегруппироваться. По топу идет большая пачка миньонов, которые им надо зафармить. По боту то же самое у Нави, со стороны Нави. И они точно так же сейчас смогут слегка выйти вперед по золоту. И здесь все-таки вышку некому было защищать. Правда, драку можно нависать.
Здесь Стэн Юнайтед был от Блад Феникса. Бабуни не было флеша, чтобы подкинуть. А срочка неизбежного пошла. Скэш попался. Посмотрим, сможет ли он найти с помощью своей W-юнит. Тут-то было. Сколько урона вносят гамбиты моментально, если каждый раз они будут так ваншотить своих оппонентов. Как улетел Саулиус, когда борьба была под Т1 вышкой. Как раз-таки у гамбитов, как сейчас, был уничтожен моментальный скэш. Если каждый раз команда гамбит будет так минусовать игроков Натус Винстера, то у гамбитов ждет большое будущее в дальнейшем мидгейме. Здесь сколько экшена происходит. Гамбиты пытаются эту вышку забрать всеми силами. Лекс бьет ее раз за разом. Но не хватает все равно давления гамбитам. Вышка Натус Винстера все еще стоит. Грубая игра сейчас от гамбитов произошла. Они проигнорировали то, что по топу шло буквально там три пака миньонов, которые дошли до вышки Т3. Они потеряли большую часть фарма. К тому же вышку Т1 они так и не забрали. Они взяли убийство. На этом стоило бы остановиться и уже пойти перегруппироваться по карте. Сейчас же появится дракон и... На топе все еще эта пачка миньонов продолжает давить, и вновь гамбиты про нее забывают, за счет чего Нави сейчас, даже с учетом того, что они потеряли убийство, они продолжают выфармливать, и они еще захватили на 1000 золота больше. Азир 8600 золотых, когда твой Азир имеет, ну, 216 фарма на 24 минуту, нормальный показатель, плюс... Когда у Азира есть возможность собрать такие сильные предметы на как можно более ранней стадии игры, то при получении двух предметов он становится просто убийцей. Как тебе здесь Фомка? Немножко встревает, Драктар прокает здесь, Винсент еще кидает по Фомке свою дабл, не попадает по цели, идет трушот баража от Изреаля. Ответ, выход на поклон от Джина, и урона достаточно много проходит по гамбитам, хотя этого абсолютно недостаточно сейчас для того, чтобы кого-то на Ави смогли подцепить или убить. Вновь у нас продолжается этот арам. Игнорируются боковые линии гамбитами, они все хотят продавить мид. Вышка Т1 все еще стоит. Почему они так бьются в нее, непонятно. В этой игре настолько много каких-то дичайших передвижений. Опять телепорт идет от Блад Феникса. Очень прям такая экшеновая карта. Здесь идет отсрочка неизбежного. Вот Арчи пошел врыв полноценный от гамбитов. Ультимейт от Саулиуса отзонивает Бабуни с Блад Фениксом. Фомка встревает. Его могут убить. Он по щитам отступает. Здесь хорошо позиционируются гамбиты. Продолжают давить Лекс. Здесь позади всей команды. Он сможет без проблем давать свои автоатаки, здесь накидывать мистик-шоты. Но дракона брать очень опасно. Под мантрой кидает читы на всех игроков своей команды Фомка. Но драться пока команда Гамбит не планирует. Слишком мало здоровья у практически у всех игроков Гамбит. Но с другой стороны бакается Саулиус. Но у Саулиуса почти готов телепорт. Гамбиты принимают решение отступить. Но ТП нет у Шена. Телепорта и у Кармы тоже нет. Поэтому единственный вариант, как они могут сейчас этого дракона оформить, это бэкается один Шен, использовать свой ультимейт на кого-то из игроков своей команды. Не получается, потому что Нави сделали свое возвращение на базу быстрее. Саулиус уже подходит к команде. Дрейк 2000 остается здоровье у этого дракона. Его пытается забрать. Винсент Вега подходит, чтобы внести свой урон. Буни пытается застелить, но не удается. Гнар добивает дракона. Смайт, плиз. Здесь Арчи уходит через туннель. Рексай тем временем погибает. Теряют своих игроков команда Гамбит, но Натус, Винсерет потеряли Саулиус. Размен один в один, но к тому же Нави забрали сейчас дракона. Гамбитам сейчас можно воспользоваться ситуацией, когда большая пачка миньонов на топе дойдет до Т2, либо они теряют на боте вышку, которую придется защищать, либо они теряют на топе пачку миньонов и, возможно, даже вышку, потому что там столько крипов. Да. К сожалению, Бабуни не удалось. Ну, он, по-моему, засмайтил, но дракона, но не удалось забрать Дрейка все равно. И это серьезная проблема, конечно, для гамбитов. Лекс сразу же выплешивается. После этого эксплозив. Каск идет прицельный зал. Плазанья практически упал. Вышка второго уровня под серьезной угрозой. Фомка дает под мантрой внутреннее пламя. Лекс продолжает прыгивать вперед, давать свои мистик-шоты. Урона очень много у гамбитов на данном этапе игры. Поэтому они отгоняют Натус Винстера и забирают вышку второго уровня. Здесь, кстати, Докси мог бы попытаться в мегаформе сдать свой телепорт, но решили Нави не рисковать, отдали вышку. Ничего страшного, на 2000 все еще они лидируют. И самое важное то, что у Докси сейчас уже появляется и Frozen Mallet, с которым Гнар станет намного сильнее. Если Блад Феникс зайдет на линии слишком далеко, то при двух слотах, естественно, когда Шен сейчас проседает по итемизации, этот Гнар сможет очень сильно его наказывать. Да, в этой игре настолько много танцев, что явно слово «дискомфорт» будет от слова «диско» в этой игре. Неплохо, неплохо, Ник. Команда Натус Винсеры имеет преимущество в 2000 золотых, что не так уж и много, тем не менее неприятно для гамбитов. Да, к тому же драконы пока что контролируются целиком полностью за Нави.
Есть все еще два слота у Саулиуса, на третий предмет свой он выходит. Ну, к тому же, сейчас нельзя сказать то, что у гамбитов там особенно сильно впереди находятся танки, Бабуни или Блад Феникс. По итемизации они не так-то и сильны, и даже с этими предметами Саулиус уже большая угроза для них. Да уж, ну, кстати, по поводу фарма, тут действительно по всем фронтам, ну, хотя нет, скорее мид и топ только, и лес, серьезно, впереди у Натус Винсера, у гамбитов все-таки есть Эзриль, который перефармливает Джина, но вот тот уровень оверфарма Эзриля по сравнению с тем уровнем оверфарма, который есть у остальных позиций, но в пользу Натус Винсера, он несоизмерим. Совсем даже рядом не стоит, потому что 60 миньонов для Докси в преимуществе по сравнению с Блад Фениксом, это слишком сильно, с учетом того, что пока что Гнар на 2-3 предметах все-таки посильнее Шена будет. Потом дальше, когда уже заскейлятся они там в 4-5-6 слотов, когда они получат свои 18 уровни, тогда, конечно, Шена становится просто невозможным убить за Гнара. Это уж точно. 9000 золотых у Гнара. Все прекрасно, у Натус Винсера. 10000 золотых у Азира. Преимущество на 1500 над Фомкой. Но, опять же, как мы уже утверждали, так, здесь Лекс компенсирует. Самое важное. Борьба за мид. Наконец-то. Эта вышка, возможно, упадет. Нужна целая одна автоатака. И... Лекс ставит точку над этой осадой. Жирная точка была поставлена. Команда Гамбит продолжает давить, не хотят останавливаться на достигнутом. Ищут возможности того, чтобы как-то себя дальше показать. Но в этой игре хочется, конечно, отметить Арчи, потому что он на своем барде отыгрывает хорошо. Вот все давления, которые он создавал, вот эти ганки по Саулиусу. Ультимейты. Ультимейты хорошие, да, пока что у него заходит. Единственное, когда они около дракона дрались, с таймингами у него... Не все хорошо случилось, потому что после ультимейта он не смог дать хороший космик байндинг. Такое случается, но тем не менее, сейчас Арчи именно на карте по макроконтролю территории. Ну, здесь не сказать, что гамбиты по макро как-то играют правильно или уверенно, потому что они, по сути, все время мид-дракон, мид-дракон, мид-дракон. Вот такая у них ориентация, ну, да, идет. Ротация. Ну да, в плане макро там есть просадки и с фармом, который они не забирают. Сейчас это может сыграть с ними злую шутку, потому что и Саулиус, и Докси могут свой потенциал реализовать. Вскоре уже появится посох бездны у Саулиуса, тогда он будет наносить еще больше урона. Ну, а Арчи бегает, расставляет свои тотемы. Контроль реки, что сверху, что снизу, конечно, у гамбитов очень хороший. И это то, что им нужно, потому что если они будут осведомлены о передвижении Натус Винсера, то смогут в нужный момент поддать газу и кого-то заловить и быстренько уничтожить. Вопрос в том, какая здесь цель может оказаться под угрозой, потому что, по сути, из чемпионов, которые можно быстро уничтожить и у кого нет эскейпа, это только Джин. Но Винсент Вега, вот сколько я не посмотрю, его позиционирование настолько осторожное, настолько качественное в этой игре. Он всегда находится позади, он никогда не выходит дальше той границы, где он может иметь хотя бы минимальный риск для того, чтобы его поймали. Ну, Арчи здесь по здоровью не особо сильно просел, потому что у Фомки уже есть Рабадон, у Арчи у самого есть свои возможности полечиться, за счет чего, конечно, сустейн здесь у гамбитов в таких продолжительных драках сейчас будет намного лучше, чем у Нави. И такие драки сейчас можно пытаться устраивать. Правда, боковые линии обязательно надо с ними что-то сделать. Нави хорошо сплитпушат, они постоянно продавливают топ, и за счет вот этих постоянных приходов миньонов они сейчас на топе могут вскоре и вышку потерять. Вот этот пуш потенциала, о котором шла речь, то что и Азир, и Гнар, они очень хорошо и быстро продавливают линии, в отличие от Шена. Смотрите, в этом плане не очень, но здесь Натус Винсер заходит на Дрейка, который пытается забрать Бабуни, здесь бочка взорвется, обходит. У Винсент Вега здесь попал под отсрочку неизбежного, почти падает Дрейк, здесь гамбиты могут стать очень сильно, Блатвейк с Бабуни на лоу хп находится, здесь Бабуни пытается приковать чистого Дрейка, но Лосани его забирает, а вот смайтит Бабуни, Блатфеникс отступает, тем временем погибает Арчи, продолжает преследование Докси, Фомка может погибнуть, ох, его цепляет Винсент, отличное попадание со стороны стрелка Натус Винсера, это очередное убийство в пользу команды Нави. Отходит Блад Феникс, в итоге выживает, отдав свой флеш. Размен 2 в 0, плюс дракон в пользу Нави.
непонятное решение от гамбитов, почему они решили улынить на этом дракону в плохой позиции, дали телепорт за спину. Ого! И у них просто ничего с этим не удалось сделать. Они сейчас проиграли драку, потеряли дракона, потому что его лоза не смог засмайтить. И сейчас еще и Нашор упадет. Сколько там урона по Нашору, его забрали в итоге, наверное. Собрали, потому что Фомка был мертв. Без Фомки крайне сложно что-то сделать. Здесь сама по себе позиция гамбитов была плохая. Да, Арчи дал хороший ультимейт по Винсенту. Они знали точно то, что у него на тот момент не было флеша, но поддержать вот эту инициацию не получилось. Ну и к тому же бабу не просто остановили. У команды Natus Vincere против любого врыва, который здесь будут организовывать гамбиты, есть отличные ответы. Бочка Грагаса, Explosive Cask. И ультимейт Саулюса. Это все, что нужно Нави для того, чтобы полностью остановить любой ингейдж от гамбитов. Летит Таунчена, летит там Рик'Сай. Ну и теперь, кстати, осады от Нави будут втройне грознее, потому что они получили три сейчас океанических дракона, три стака океанических драконов. Естественно, сустейн будет на длительном промежутке у них сейчас очень сильно. Ну и к тому же, да, Нави забрали первого барона. В каждой игре, когда Нави забирали первого барона, они одерживали победу. Поэтому сейчас половина дела уже в копилке. И сейчас просто это надо довести все до логического конца. 34-я минута на таймере. Фомку заловили здесь, он сыграл очень опасно, но при этом Саулюс подставился, его уничтожили. Отсрочка неизбежного идет от Арчи. Хороший момент. Пытается сыграть дальше гамбит. Подкидывание было по Лозане. Бодистайм уже использовал. Лозане нет Наша, его просто разрывают в щепки. Даблкил для гамбитов. Для Лекс. Ну, барон, возможно, здесь не совсем в плюс сыграет в такой-то ситуации. Непонятно, почему Саулюс решил сыграть здесь на характере. Полетел вперед. Да. Увидел то, что Фомка находится в плохой позиции, но Фомка-то был с флешом, и он смог спокойно себе уйти. Фомка хорошо здесь абсолютно отыграл. Ну и Саулюс, конечно, подставился очень сильно. То, чего делать ни в коем случае нельзя, когда у противника есть такое комбо-ломбо. Ну и к тому же Арчи здесь вновь хорошо сыграл своим контролем. Пока что связка Арчи и Лекс, конечно, в этой игре проявляет себя очень здорово. Прям... можно наслаждаться их игрой. Да, гамбиты в мидгейме творят чудеса. Они сейчас пытаются захватить то преимущество, которое они в какой-то момент упустили, в какой-то момент отдали, и стараются сравняться с командой Natus Vincere. И, в принципе, в этом мидгейме в итоге они вышли в более-менее хорошем состоянии. Вопрос, как эта игра, если она перейдет к лейтгейму, удастся ли гамбитам удержаться и все-таки переиграть Natus Vincere. Важно то, что гамбиты все еще отстают. И отстают существенно по золоту. Им надо обязательно не просто сейчас играть инициативно. Им надо делать такие же пики, продолжать убивать Винсента, выбивать хотя бы из него флеши. Потому что, находясь позади своей команды, он постоянно выдает свой контроль, постоянно выдает свой урон. И если Саулио сам играет пока что достаточно агрессивно, летит вперед и поэтому подставляется, по нему есть возможность сыграть, то Винсент этого практически не делает. Винсент очень осторожен, он всегда находится в бэклайне. Если его цепляли, то его цепляли как раз-таки ультимейтом Арчи, отсрочка неизбежного. И если под это нет должной инициации сходу, то дальше Винсента поймать практически невозможно. Тем более у него сейчас есть флеш и хил. Как убивать этого Джина, как до него добираться, это вопрос пока что весьма непростой. Тем более Джин идет в зев Малмортиуса, а это защита от магического урона, которого у гамбитов достаточно много. Ну, Нави, кажется, поняли, что они хотят делать. Они просто начинают сплитпушить. Это излюбленная стратегия Natus Vincere. Докси вышел вперед по сравнению с Blood Phoenix. Здесь Саулюс все хорошо. Флэша играет Арчи. Здесь попытка неплохая, но чем она закончится, здесь пока непонятно. Саулюс удается уйти. Стэн Юнайтед идет, Шэм летает. Лазанья под крауд-контролем. Снова падает этот Грагас. Неудержим Лекс. Играет этот Эзрель со 100% kill participation. Тем временем Фоук пытается убить на миде. Он защищается успешно. Винсент получает два удара от вышки. Практически умирает. Но тут есть Докси, который в случае чего прикроет своих союзников. Но как бы для него это не обернулось боком. Должен уйти все-таки Бернар. Нави продолжают сплитпушить. Саулюс! Они забрали вышку на боте даже после проигранной драки. Они прохарасили очень сильно вышку на миде. И ей буквально там пару автоатак остается. Вышки на топе уже давным-давно нету. И Нави продолжают делать свои грязные дела. Да, грязные делишки приводят к очередной микропобеде для Natus Vincere. При этом мне хотелось бы отметить гамбитов, которых уже не первую игру переигрывают другие коллективы в ротациях.
И это происходит? Они сами, кстати, они гамбиты умеют играть правильно по ротациям, да. И частенько они в своих играх отыгрывали. Здесь именно решение, которое они принимают, да, что они хотят так, играть. Сейчас, к тому же, Нави очень хорошие тотемы расставили во вражеском лесу, они контролируют полностью подходы. У гамбитов же наоборот, они контролируют только реку, и такой вижен намного проще зачистить, чтобы гамбиты остались вообще абсолютно в слепой зоне. Скоро совсем появится этот старший дракон. Ой-ой-ой, Лекс срывает совсем не то, чего хотел. Гамбиты здесь. Лекс еле-еле выживает, отдав свой флеш. Была отсрочка неизбежна по Винсенту. Очень хорошо сыграл Арчи в очередной раз. Прекрасная игра от саппорта гамбитов. Но я не знаю, к чему приведет эта ситуация, потому что есть старший дракон, Натус Винсеры в очень выгодной позиции по всем параметрам, и они будут, возможно, пытаться его делать. Да, и часть флешей была сейчас потрачена. Самое важное то, что Лекс потратил свой флеш, и он становится уязвим. К тому же... А, ну хотя и Лазани сейчас находится без своего ультимейта. Без ультимейта Грагас менее опасен, естественно, во много раз. Ну и Джин тоже, получается, отдал выход на поклон. Ну, Джин, кстати, с такими предметами уже и с автоатаку вливает крайне много урона. Да, здесь и Джин, и Азир, они будут так дамажить больно гамбита, что я даже не знаю, как им удержаться в такой ситуации. Гамбиты будут и пытаться драться в этом моменте, таком достаточно неприятном для них. Опять же, Натус Винсеры, они создают вокруг себя территорию, которую они, в принципе, контролируют неплохо. Нави вновь продолжают катать по карте. Подрались... На миде вроде никого не убили, но они заняли хорошую позицию и пошли забрали вышку. Это крайне хорошая игра от Na'Vi. Не зря мы их здесь хвалили последнюю неделю, то что они стали играть иначе. Na'Vi сами на себя не похожи, потому что они играют действительно хорошо. Хорошо, слаженно, то есть командная работа на высоте у Natus Винсера. Посмотрим, будут ли на драконе драться Na'Vi. Сейчас Азир подходит сюда, и гамбиты в позиции... Достаточно шаткой. Может, по боту очень большая пачка миньонов идет, и по топу тоже. И сейчас для гамбитов это хорошая возможность. Отсрочка неизбежного тарча не попадает ни по кому. Это сейчас возможность для Na'Vi ворваться. У Докси почти готова мегаформа. Гамбиты прекрасно понимают, что нужно отступать. Идет ультимейт, выход на поклон. Лекс теряет немножко в здоровье, но недостаточно сильно его прохарасили Натус Винсера. Докси под мегаформой. Сколько урона проходит Блад Феникс? Фейлит флэш-таунтом. Тем не менее, идут вперед. Гамбиты доминируют. Лекс, он забирает Браума. Играет дальше Винсент. Урон хороший. Дабл килл уже забрал здесь Лекс. Блад Феникс танчил сколько мог. Лекс обходит с фланга. Ситуация достаточно опасная. Размен 2 в 1 в пользу гамбитов. Но драку они дальше продолжить не могут. Очень сложно. Сейчас будет без фронтлейна как такового. Сейчас надо забирать дракона, потому что они просто могут это сделать. Элдер должен быть для гамбитов. Я уже вижу, как Лекс двигается к дракону для того, чтобы приступить к его уничтожению. Сюда еще и прикатывается бабуня с полным здоровьем. Сустейн есть здесь у Арчи и у Фомки. Два кэрри без танков. Смогут ли Натус Винсера остановить этого дракона? У гамбитов телепорт пошел от Докси. У Докси нет при этом мега формы, он не заряжен здесь абсолютно. Ярости 0, но телепорт отдали команда Натус Винсера. Гамбиты вынуждены были отступить, и в итоге старшего дракона не забрали. Так это приятно. За счет того, что Na'Vi пришли сейчас на дракона, они теряют вышку на топе, потому что там огромнейшая пачка миньонов. Для гамбитов это, конечно, плюсик в копилочку. Винсент, может быть, успеет защитить, но там явно у башни немного здоровья останется. Здесь очень мало, да. Скорее всего, упадет. Упадет. И вновь гамбиты играют в игру под названием Виньонс. Виньонс. Да. Миньонс за Виньонс. Старший дракон все еще на месте. Конечно, выживаемость у него крайне большая. Убить его быстро не получается. Ну там, да, здоровье порядка там 13-14 тысяч сейчас на 41 минуте. Где-то... Так, хорошая новость для Na'Vi наступает. У Лекса 6 слотов, и сильнее этот Израиль уже явно не станет. Поэтому рассчитывать стоит на то, что тот же Джин, тот же Азир еще могут получить свои предметы. Но Азир тоже уже особо сильнее не станет. Хотя нет, последний предмет у него еще доступен. Ну как, Джоню получит для себя. Азира преимущество над кармой в 4000 золотых. Когда видишь такую разницу по золоту, невольно... Ну, здесь и 3500 преимущества у Лекса. Лекс, конечно, эту игру отыгрывает просто на лимитах. Лекс в этом сезоне очень хорошо себя показывает. Он продолжает демонстрировать отличные скиллзы на своих хадекерри. Причем, по сути, неважно, кого он пикает. И будь то Мисс Фортуна или...
будь то Мисс Фортуна, или Кейтлин, или Эзриэль. Ультимейт пошел от точки неизбежного по Саулиусу. Гамбиты врываются. Докси, ультимейт уже свой стал. Бабуни выбросили. Блад Феникс, отличная игра здесь от Гамбитов. Здесь выкинули Барон Пит Гамбитов. Опасная ситуация. Блад Феникс может умереть. Скеш уже упал. Размен 1-2-1. Гамбиты продолжают двигаться вперед. Опасный момент здесь. И застреливает все-таки своим снайпершотом, выходом на поклон. Винсент Вега Арчи. Размен 2-1 в пользу Натус Винсера. И Гамбиты здесь в опасной ситуации. Бабуня продолжает играть. Лазанья прыгает в Лекса. На Винсент Вега подходит сюда. Лазанья практически падает. Бабуня на лоха. Его забирают. Урон-то какой безумный от Натус Винсера. Лекс отходит. Даун идет. Приковали к месту Лекса. Лекс может погибнуть. Старается откатить. Флешится. Идет дальше. Но Саулиус все-таки уравнивает ситуацию в пользу своей команды. И размен 5-1. Это эйс для Натус Винсера. Какая близкая драка здесь была. И Лазанья со своим польским кустом смог разобраться здесь с гамбитами за счет того, что не смогли хороший фокус дать. И Докси вместе с Лазаньей хорошо протанчили драку и не смогли так никого Нави, точнее гамбиты, забрать. Даже с учетом того, что они здесь остались в конце втроем. Первоначально инициация пошла по Саулиусу, решили гамбиты сыграть в абсолютный all-in, но поддержать это хорошим уроном не вышло за счет отличной ультимейта здесь от Лазаньи, который откинул Арчи вместе с Лексом прям на шорпит. На самом деле, Скэш здесь выполнил огромную тонну работы. Здесь само по себе и стена Азира, и вот как Скэш сыграл, да, действительно было хорошо. Он в свой щит поймал настолько много урона, настолько сильный прокас, что дальше у гамбитов просто не хватило возможности как-то перевернуть драку. Ну, Лекс пытался, на самом деле, на механике здесь разыграть. Здесь очень серьезно ошибся Фомка в тот момент, когда он решил за карму пойти в мили, чтобы дать свой контроль. Так сейчас, естественно, уже на этой стадии игры играть нельзя, потому что и Саулиус, и Винсент, да тот же Докси, он очень много урона наносит здесь по Фомке. Фомке надо играть от своего адакэри, давать щиточки, и чтобы уже Лекс сам смог бы контролировать своего персонажа. То есть старая такая связка, да, через Лулу и гиперкэри. Здесь, в принципе, Лекс сейчас с 6 слотами может выполнять такую задачу. Очень крутая фишка вообще связки Кармы и Эзриля в том, что они паукают, они бьют на большой дистанции, то есть им, по сути, не нужно сближаться с оппонентом, чтобы наносить свой урон. И гамбиты здесь должны это как-то использовать активно, но пока что не получается. Хорошая ульта от Арчи по Саулиусу с Кэшу, но, опять же, разыграть в такой ситуации этот момент, ну, я считаю, что просто нереально. Слишком сложная позиция, и там еще и вышка Азира. На шор плюс 4 стака, плюс старший дракон. Что с этим будут делать гамбиты? Конечно. Понятно, опять Скэш. Скэш блокирует. Все, Скэш сейчас стоит просто щитом непробиваемым впереди своей команды и не дает возможности хоть какой-то нормальный урон внести гамбитам. И это то, что, по сути, в этой игре гамбитов-то и контрит жестоко. Докси тем временем может и один продавить вышку, потому что сейчас этот Гнар в мегаформе. Хотя мегаформа, конечно, наоборот, не в плюс играет, когда тебе надо засиджить вышку. Выход на поклон, удары по Фомке пошли. Здесь его щит позволит неплохо заблочить. Урон 945, крит с последнего выстрела, выход на поклон. Здесь, конечно, Натус Винсера чуть ли не заканчивать эту игру уже готова. Лекс аккуратно, здесь ему нужно очень разыграть, не подпустить Натус Винсера слишком близко к своим вышкам 4 уровня, попытаться быстренько спушить волны миньонов. Да, урона у Фомки именно по фронтлейну, конечно, уже не хватает, как кармия. Отсрочка неизбежного опять идет, но Скэш успел встать щитом здесь перед своей командой. Врывается дальше Бат Феникс, играет хорошо гамбит, инициация неплохая. Но здесь снова Лазанья раскидал всех. Ультимейт от Браума, прекрасный дизенгейдж от Натус Винсера. Нави продолжают радовать отличными дезинициациями. У Фомки есть флэш. Прекрасными командными действиями, да, но Фомка не будет играть дальше. И команда Нави в полном составе, в пятером, без потерь, отступает на базу. Саулиус еще к тому же и выжил в самом конце, но, тем не менее, Нави сделали свое дело. Они забрали две линии, две стороны, и сейчас гамбиты явно... Гамбитам будет очень сложно сдерживать наплыв супер-миньонов, потому что Карма — это как раз-таки не тот персонаж, который очень хорошо справляется с супер-крипами. Да, и вот здесь, вот этот момент игры, уже там, начиная минуты с там 35-й, 40-й, то, где Браум, он просто впитывает весь урон, все вот эти прокасты, которые выдают здесь Карма плюс Эзриэль, то, что мы отмечали в самом начале. И когда Браум это делает, дальше у гамбитов просто не хватает, не хватает дэмэдж-аутпута, который они могли бы здесь сдать по Нави, чтобы их поубивать.
здесь очень сильно мешает в этом сетапе Азир. Азир, да. По той причине, что он просто не позволяет Бабуне и Бладфениксу влететь хорошо, чтобы еще и Фомка с Лексом смогли бы поддержать эту инициацию, чтобы убить быстро либо Азира, либо Винсента. Пока что, естественно, все вот эти инициации проваливаются. Просто вот у гамбитов есть бэклайн бэклайнович такой, который стоит слишком бэклайнович. Близко. Да, и наоборот, фронтлейн фронтлейнович, который стоит слишком близко. И получается так, что вот у гамбитов, как, наверное, сказал бы Флэш, не склеенный какой-то сетап. Тут очень сложно. Неплотный. Неплотный, да. И гамбиты сейчас выход на поклон по Лексу. Попадает два выстрела, один выстрел в арчи, урон неприятный. Идут дальше Натус Винсера, при этом ультимейт. Отсрочка неизбежно немножко отзонил. Опять бочка отличная от Лазани. Идут дальше. И снова скэш принимает урон от Фомки на свой щит. Ничего не могут здесь сделать гамбиты. Абсолютно весь урон, который пытаются выдать гамбиты, как... нивелируется с сетапом Нави. Там тем временем как бы Докси есть на карте. И Докси взял и забрал вышку Т3. Т4. Да, и Бабуня пытается по Докси сыграть, но Докси легко откайтит. Этот гнарчик, его догнать практически невозможно. Стан хороший идет по Лазанье, но этого недостаточно здесь абсолютно. Последняя башня третьего уровня у гамбитов держится. Они ее постараются сейчас защитить, но ситуация явно здесь не в пользу гамбитов, ни в какой вообще ипостаси возможной. Ох, пытаются ворваться гамбиты. Хороший момент. Нави все в кучке стоят. Да отличный стан дает Арчи по двоим игрокам. Натус Винстер проходит вперед. Скэш упал. Докси появляется. Но его здесь ульта была крайне неудачной. Лекс играет по Винсенту. Суперски сыграли гамбиты. Разнесли Натус Винстер. Размен 3 в 0. Смогут ли добить Лазанью с Докси? Скорее всего, этот гнарчик убежит. Но Грагаса не удастся тоже заловить. Тем не менее, это 3 в 0 размены. И гамбиты защитились. Да, и супер миньонов по всем линиям не удалось здесь у Нави организовать. Отличная инициация была от Бабуни и Блад Феникса. Они смогли зафокусить кэрри. Арчи дал свой контроль также по Винсенту, за счет чего Лекс прыгнул вперед и смог разобраться там спокойно со всей вражеской командой. А сам под фокус не попал. Вот этот стиль гамбитов, где Лекс, он готов играть на лимитах, он готов врываться во фронтлайн противника, чтобы, точнее, сквозь фронтлайн лететь на бэклайн. Вот здесь можно будет увидеть, как Лекс Винсента Вегу запрыгивает просто. Флэша. Флэша убивает этого АД кэрри, при этом гамбиты играют дальше. Лазанья здесь серьезная опасность, у него нет флеша, ему не уйти. Фомка убивает. Что творят гамбиты? Они уже заходят на вражеский хайграунд. Да, проблемы серьезные есть у Натус Винсера. Скэш поднимается, остается считанные секунды до воскрешения Азира и Джина. Вскоре появится Нашор, надо обязательно дождаться. И 50 секунд Грагас, кстати говоря, Нашор, по-моему, успеет появиться. Там еще и суперминьоны на базе. Обязательно Т4 надо спасать свое, иначе они сами за счет телепорта Гнара смогут закончить эту игру, либо Саурус. Бабуня встревает. Ему нужно обязательно здесь уйти. У него все еще есть ангел-хранитель. Нужно драться. Уходит Бабуня здесь. Возможно, не совсем то, что нужно было. Но Блад Феникс потратил свой ульт. Да. То есть тут либо одно, либо другое. Либо Блад Феникс ультит, Бабуня остается, либо Бабуня просто уходит. Ну, здесь, конечно, ультимейт. Не очень много урона наносит от Винсента Веги, выход на поклон. Но они за счет этого забирают сейчас Нашора, потому что они не дали вернуться на базу гамбитам вовремя, к тому же... Я даже не понял, как это произошло. Этот барон Нашор упал настолько быстро, я не верил в то, что Нави могут забрать барона Нашора до появления Лазаньи, до его воскрешения. Да. То есть это был барон, который забран без лесника. Там как бы шестислотовый Азир, ну, да, шестислотовый Джин, конечно, это не монстр по забиранию Нашора, потому что у него нету такого ДПС урона, как, каким обладают там гиперкэрри на любых шестислотах. Ну или любой АДКэрри, который может с критов там навешивать. Но тем не менее, Азир — это сам по себе тот персонаж, который даже при любом танке может один разобраться с Нашором крайне быстро. Азир, он в плане выдачи ДПСа, причем если его ничто не останавливает, он как Кассиопея приблизительно. То есть он постоянно выдает нон-стопом урон. Азир по ДПСу — это один, наверное, из сильнейших вообще персонажей в игре. Да. Ну, я вот не помню. Кассиопея вообще. Азир, Райс. Райс также очень... Райс, да. Очень много урона за короткий срок наносит. А что еще Картус? Тоже Картус, да. Хорош, да. Ну, в свое время вообще, как бы, Картус и Кассиопея брались в те стратегии, в которых надо было, ну, вот, когда драконы еще золото давали, брали специально, чтобы фармить драконов, чтобы, достаточно в ранней стадии фармить Нашоров. Да, забирать по максимуму объекты. Арчи отпушивает мидлейн. Тут, конечно, нужно с крипами можно быстрее разобраться. Ингибиторы есть у гамбитов. Это то, что им
может очень сильно помочь, так как отсутствие суперминьона все-таки снимает некоторую долю давления, которое создает Нави в целом по карте. Тем более есть барон на шор, который усложняет задачу. Докси идет по ботлейну, там Блад Феникс, который будет защищать свой ингибитор, и он должен его защитить в любом случае. Большой плюс то, что наличие есть Стэн Юнайтед у Блад Феникса, это позволит ему быстро подойти к команде. Если пойдет инициация, то очень важно молниеносно среагировать, уничтожить Винсента. Ульта пошла, выход на поклон. Фомка получает один выстрел, но Бабуня принимает все остальные урона. Бабуня здесь урона и не чувствует практически. К тому же есть карма, которая с помощью Граля очень быстро здоровье может восстанавливать. А вот Блад Феникс ничего не может сделать против Докси. И... потому что вышки нет. С самим ингибом, конечно, здесь очень хорошо Докси справляется. Ультимейт отдает Докси, пытается продвинуться. Гамбиты, полноценная инициация, отличное подбрасывание по троим от Бабуни. Сразу же Саулиус ультит. Пытаются здесь как-то гамбиты развернуться, поубивать Натус Винса. А Докси игру заканчивает. Гамбиты продолжают идти вперед, но никого из Нави они не забрали. Нексус открыт. Докси пытается забрать Нексус. И, скорее всего, он сможет или нет. Гамбиты успевают подойти сюда. Арчи тем временем погибает. Здесь приближаются Натус Винсеры к тому, что это, чтобы эту игру закончить. Потому что размен уже 1-0. Пытается сыграть по Докси. Подходит Стаджин. Нексус сейчас упадет. Команда Натус Винсеры в очень такой непростой, долгой борьбе забирает карту из рук Гамбит. Очень высококлассная игра у нас получилась, и не зря мы отмечали, что, скорее всего, это будет матч дня. Заруба была не на шутку, и команды были близки к тому, чтобы победить. Да, если у гамбитов там не все шло гладко, и они допускали ошибки, но в какой-то момент уже казалось, что они могут перевернуть эту игру, что они могут действительно одержать победу. Дискотека такая была. Заигрались, конечно, немного гамбиты, и не заметили, что их Нексус немного падает по здоровью. Такое часто бывает в играх с Нави, по-моему. Это их фишка такая. Да. Сплит-пуш, к тому же заканчивание игр так с классом, именно с клубничкой на тортике. С вишенкой. С вишенкой? То есть это десерт? То есть мы начали со сладкого, судя по всему. Игры Нави в любом случае, это всегда такой сказочный десерт. Ну хочется похвалить Нави, потому что они играют... прям очень правильно, было несколько моментов, где гамбиты буквально провоцировали Нави на вот лишнюю агрессию, но Нави такие, нет, мы не будем агрессировать, мы будем играть правильно и выигрывать игры. Ну, на самом деле, Нави, я не знаю, ну, им надо было как-то оттягивать противника на себя, но гамбиты в то же время могли спокойно поукать. Мне кажется, Блад Феникс немного подпортил игру тем, что он был нетерпелив, что ли. Все, что надо было сделать, немного потерпеть, дать Айзрилу и Карме напоукать, а Барду там подловить кого-то с Лакистана какого-то, да? И типа подловили бы, выиграли игру. Но они пытались это сделать. Саулиус очень часто попадал и в контроль, но тем не менее количество дизенгейджа, которое здесь было у Нави, этого было достаточно, чтобы гамбиты не смогли влететь. Браум, Стена Азира, Грагас. Все они работали именно на то, чтобы не дать влететь оппоненту. И у них это получалось. Конечно, игра у нас получилась динамично, хотя счет в конце был не настолько большим, там что-то в районе 11-9, по-моему, или 10-9 даже. Ну, постоянно были столкновения, постоянно какой-то экшен форсировался, но при этом убить зачастую кого-либо вообще не удавалось на карте. Но обе команды играли очень осторожно, они понимали, что цена ошибки может быть очень высока, и поэтому они старались не форсить какие-то лишние файты и отыгрывать очень хорошо. Как раз-таки драки, они наоборот навязывали друг другу бесконечно на миде, там, с 15-й минуты, что и происходило. Команды дрались, они никого убить не могли. Они пытались все время в этих стычках как-то просадить оппонента посильнее, но так получалось, что они просаживали друг друга одинаково. Одни на лоу хп уходили, другие на лоу хп, за счет чего им приходилось возвращаться на базу. И вот здесь, наверное, главная ошибка, которую гамбиты допустили. В те моменты, когда они возвращались на базу, гамбиты возвращались снова на мид. А Нави делали все правильно, когда они оттягивали там Саулиус или Докси, уходили на боковые линии, подфармливали, отпушивали линии, приходили к своей команде. И к тому же они из-за этого вышли очень сильно вперед по фарму. Ну, какое-то время гамбиты вообще выглядели достаточно потерянными на карте. Что им нужно было делать, чтобы выиграть эту игру? Ну да, вообще гамбиты, мне кажется, они немного... Вообще обе команды, они как-то пытались во время игры узнать, что им надо делать, потому что, мне кажется, Джин как-то себя плохо реализовал. Ему надо было, вот, допустим, Азир кидает камбу, да, и Джин как бы подстегивает эту цель, чтобы она никуда не ушла. И за счет этого, если они будут держаться в пятером, они убьют каждого, любого, кто подойдет. Но в итоге так получилось, что гамбиты не забрали Т1 на миде, у них Шен там где-то был на боковой линии, но это как-то сильно не помогало. И в итоге Нави просто в пятером... шли и, так сказать,
просто мочили их, месили. Ломали. Наверное, бульдозером сгребали. Одна из грубейших ошибок гамбитов, которые они допустили в этой игре, в принципе, до этого момента все шло достаточно равно. По-моему, если не ошибаюсь, это был пятый дракон, когда гамбиты пошли его делать, зайдя в дракон пит. Бабуня била, Лек стоял за стеной. Они в этой позиции не могли принять нормально драку, за счет чего их убили четверых там и забрали на Шора. После чего, конечно, Нави вышли вперед, ну, достаточно серьезно по золоту. Там порядка дополнительных 2000 они получили. Конечно, на Шор баф первый они не реализовали, но, тем не менее, драка и инициатива по карте уже с этого момента принадлежала Нави. Вообще позиционирование на драконах для гамбитов, оно в целом по игре было достаточно сложным. Но вот гамбитам было практически невозможно реализовать его. То есть каждый раз, когда они создавали какое-то сражение вокруг дракона, их позиционирование было, оно, ну, шатким достаточно. То есть любая какая-то инициация, любое действие Нави просто разбивало гамбитов в пух и прах. Вообще, по-моему, обеим командам нельзя было делать на Шора и дракона, потому что там у одной команды Барт он не позволяет, а у второй команды у гамбитов у них некому забирать на Шора. То есть Эзрил, Карма, как они быстро не заберут. А у Нави, против Нави играет Барт, поэтому против него сложно брать. Да. Нави оформляют для себя еще одну победу, гамбиты, к сожалению, проигрывают, и мы отправляемся на небольшую паузу, чтобы вернуться к вам со вторым матчем дня. Не забывайте, пожалуйста, голосовать за лучшего игрока победившей команды, а мы скоро вернемся.